что, мама просила присматривать за мной? Да. Она всегда нервничает. И я вообще не понимаю, что со мной может случиться. Ну, ты ж... По-моему, калитка скрипнула, да? Мам, там Андрей перешел. Можно я с ним пойду погуляю? Давай только так, со двора не ногой. М? Хорошо. Иди. Какое-то предчувствие мне сегодня непонятное. С самого утра Ольгу долго не покидало плохое предчувствие. Однако реальность оказалась гораздо страшнее. Отпуская детей поиграть во дворе, бедная женщина и не догадывалась, что видит их последний раз. Ольгу Довгань, жену местного председателя колхоза и ее племянницу Карину, зарезали средь бела дня в собственном доме. Идем, хорошо, идем. Год назад Ольга сама заставила мужа покинуть их просторную квартиру в Одессе и переехать сюда, в его родное село. Хоромы. Нравится? Да, нравится. Я даже ожидала худшего, ты знаешь. Не передумала? Нет, не передумала. Посмотрим. Хорошенькая жизнь начинается. Ой. Что прикажешь в этой дыре делать? Здесь только с мужиками водку жрать с утра до ночи. Вот что здесь можно делать. Я столько сил, ума, времени потратил, чтобы вырваться отсюда, понимаешь? Чтобы по твоей милости опять сюда вернуться. Значит, по моей милости? Звонки с угрозами, это тоже может по моей милости? А из-за твоих махинаций, чтобы чуть ребенка не потеряли? Из-за грязных дел Анатолия пострадал его старший сын Максим. Мальчика похитили. И только благодаря оперативным действиям милиции он вернулся к родителям живым и здоровым. Для Ольги этот случай стал последней каплей. Она уговорила мужа бросить опасный бизнес и уехать как можно дальше из города. Да ты хоть бы раз подумал о нас, а не о себе. Значит так. Мы с детьми остаемся здесь, в спокойствии, в безопасности. А ты как хочешь. Я другого выхода просто не вижу. Оль, да ладно, ну, да останемся мы. Ну, ты же знаешь, я ради мальчиков и тебя на все согласен. Но мечте Ольги о спокойной жизни не суждено было сбыться. Пап, смотри, что я нашел! Потому что рядом находился тот, кто словно притягивал беду. Ее муж Анатолий. Ну что у тебя, рассказывай. Оперативная группа прибыла в дом Довганей. От увиденного жутко стало даже опытным детективом. Все, стены, потолок, пол было облито кровью. Крови было очень много. Смерть наступила в районе часа дня. У обеих жертв проникающее ранение живота и грудной клетки. На теле одной из потерпевших, если мне не изменяет память, было 18 ножевых ранений, а на теле второй 27. Пальчики есть? Пальчиков многовато, но надо разобраться, где жертвы, а где нападавшего. Кстати, у девочки под ногтями запекшаяся кровь и фрагменты кожи. Возможно, исцарапало преступнику лицо и руки. Совсем еще молоденькая. Да, лет 20 не более. Как после взрыва. Похоже на то. Дверь выломали, но в доме полный порядок. Вот не похоже на ограбление. Я тоже так думаю. Вон у потерпевшей сережки и цепочка. Похоже на личные разборки. Ревность там или месть. Характер нанесения повреждений, их количество мог подтолкнуть на версию, что преступление могло быть совершено лицом не совсем психически здоровым. Карпенко Богдан Степанович, участковый. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, у погибших конфликты были? Может быть, они кому-то дорогу перешли? Ну, или там мужа увидели? Да нет. Девочка к нам всего 2 дня тому назад приехала.
а женщина учительница в школе работала. Слова неплохого не слышал. Вот если б мужа ее, тогда другое дело. Его у нас сильно не любят. То есть? По словам участкового, Анатолий Довгань в течение последнего года настроил против себя практически все село. И где он сейчас? С утра еще в район по делам уехал. А это кто с ним рядом? Володька, дружок его закадычный, со школы еще. И, кстати, партнер по бизнесу. Все есть. Я вообще так, не понимаю, что мы здесь делаем? Смотри, это можно в супермаркет хорошие. Пойти и все купить, остроумно. Слушай, Володь! По-моему, надо дойти. Дружище! Привет! Да. Толян! Владимир и Анатолий не виделись много лет. Поэтому обрадовались представившейся возможности воскресить юношескую дружбу. Но эта случайная встреча полностью перевернула их жизнь. Лет 15 назад джин могли только в кино показывать. Да? Бабушкину самогонку глушили и соседскими яблоками записывали. Да, да, да. Но ты, пожалуйста, не прибедняйся. Ты у нас всегда был коммерсантом. Помню один раз, он у бабушки украл слабительное и мужикам продал как средство для повышения потенции. Да, да. Ох, они потом у него лупили, конечно. Было дело. Но давайте. Давайте за встречу. За встречу. Не робей. Слушай, а что ты в торговлю полез? Ты же вроде хорошим бухгалтером в колхозе работал. Да, бухгалтером. Теперь от этого колхоза одно название осталось. Вот-вот развалится. Нас что разваливается? А вот палатка неплохой доход нам приносит. Да и паи. За паи нам тоже кое-что припадает с Томой. Так что, справляемся. А что это за паи такие? Хватит, спасибо, Том. Понимаешь, земля колхозная. Спасибо, хватит. Земля колхозная, и потом эту землю отдали тем, кто на ней работал. И теперь КСП берет эти паи у нас как бы в аренду. Так я до института 2 года в колхозе горбатился. Да. Может, и себе земельки отхватить? Давай. Кстати, а как вот этот дерьман, ну, в смысле, дележ происходит? Ну, элементарно. А тебе зачем земля? Ну, ты что, на ней пахать собрался? Ну, при чем здесь это? Ну что, причем? Уже придумал что-то, да? Да, Оль. Ну что, Оль, я же тебя не первый год знаю. И знаю, чем это все потом заканчивается. Не говори глупостей. Свари нам лучше кофе. Да, кстати, кофе. Уже можно. Да. Давай. Пока. Кофе? Да. Ну, женщины, понимаешь? Да. Женщины. Да не бери в голову. Мужик, что ты с него возьмешь? Спасибо, сами как-то разберемся. Разбирайтесь. Только мужу скажи, чтобы Володя в свои дела не впутывал. Здравствуйте, граждане. Убийство Ольги Довгань и ее племянницы Карины взбудоражило село. Оперативники возлагали большие надежды на допрос соседей. Ведь преступление совершено средь бела дня, и кто-то непременно должен был что-то видеть. Особо на контакт с властями там не принято идти, потому что как бы на первом месте мысли, что ж подумают люди. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. А кто из вас тело обнаружил? Ну, я. Вы знаете, такие были страшные крики, что я побежала посмотреть. А это ваш дом напротив? Мой, а что? Получается, соседский дом как на ладони, а убийцу вы почему-то не заметили? Ничего я не видела. И ничего я не слышала. Вон к Мальке обратитесь, она соседка ближняя. Она первая забежала. Спасибо. Вы Валентина? Я. Я сына пришла забирать. Он часто к соседским мальчишкам ходит играть. Никого не заметили? Нет, я никого не видела, никого не было. Скажите, я могу идти? Дети бедные и так настрадались. Да, конечно. Идемте. Что случилось? Все в порядке. Идемте. Bye.
маме. Я хочу к маме. К маме, мой золотой, хорошо. Сыночка, отведи ребят к себе в комнату, покажи им игрушки, я сейчас приду. Смотрите далее. О чем молчат свидетели? Как там сосед? Ты ничего ему лишнего не сболтнула? Мы же договаривались. Кто отомстил Анатолию Довганю? Поехали быстро! Что скрывают подозреваемые? Да там все просчитано было. И чем закончилось расследование кровавого убийства на Одещине? Остается один вариант. Кто-то убрал женщин чужими руками.